Всем привет, всем здравствуйте. Третья попытка у нас сегодня выйти в прямой эфир. Надеюсь, что будет все хорошо. Сегодня у нас тема голый маникюр. Это один из растущих трендов. И такой, знаете, для меня это неоднозначный тренд, поэтому я сегодня хочу поговорить о голом маникюре, но мы поговорим все равно в контексте дизайна. Сегодня я для вдохновения буду использовать показ Симоне Роше 2024, где у моделей весь маникюр был абсолютно сделан с использованием слайдеров цветочных. Причем неважно, во что была одета модель, я тоже всегда говорю, маникюр не всегда может быть прямым отображением гардероба. И здесь, если сейчас я вам покажу сами ногти, как выглядели, смотрите. Все модели были вот с таким маникюром. Он действительно был голый маникюр. И голый маникюр, не нужно воспринимать его буквально, потому что я знаю, уверена, многие клиенты сейчас начнут бежать в салоны к мастерам и говорить: сними мне ногти, давай подышим. Давай подышим. Это, наверное, с этим сталкивался каждый мастер в своей работе, потому что это вот повальное почему-то такое мнение у клиентов, что если снять искусственный материал и дать подышать ногтям, что будет счастье твоим ногтям. На самом деле разницы никакой. Носите вы ногти искусственные, вернее, носите вы натуральные ногти, укрепленные там гель-лаком классика, или вы просто носите натуральные ногти, покрытые лаком, здесь не имеет никакого значения. Дышит и растет ноготь все равно матриксом, это зона кутикулы. Ему там этого достаточно будет, чтобы подышать. А когда мы наносим тот же искусственный материал, гель-лак, либо классику, наоборот, мы защищаем ногти от механического воздействия, да? Либо, особенно у кого постоянный контакт с химией бытовой, наоборот, мы защищаем. Тут другой вопрос, что если мы будем каждый раз снимать искусственный материал сверху, мы тем самым, наоборот, будем каждый раз повреждать натуральные ногти, чтобы вот эта часть поврежденная, где был искусственный материал, сросла. Кому-то потребуется 3 месяца, а кому-то аж 4 месяца. Поэтому смысл снимать, понимаешь, ты 3 месяца промучаешься, да, вот с этой частью ногтевой пластины, где был искусственный материал, пока у тебя вырастет эта твоя натуральная пластина, а если она у тебя от природы тонкая, как папиросная бумага, и, ну и смысл был ходить, дышать там 3 месяца, если потом опять мы все это укрепим гель-лаком, потому что, ну, блин, мне кажется, 80% женщин не могут ходить без искусственного покрытия, иначе это просто такие обрубушки, коротыши, потому что у всех всегда зона гипонихии подрывается, когда мы снимаем искусственный материал. Если ложе с искусственным материалом было более удлинено, то после того, как мы снимаем, постепенно линия гипонихии, она подрывается и возвращается к природному нашему началу, грубо говоря. Вот если у меня от природы прямая линия гипонихии, у меня очень такое короткое ложе, они мне такие малюсенькие, вот. Да, серьезно, кто-то верит, что ногтям нужно дышать. Ну, это, знаете, как вот с ресницами искусственными, я то же самое говорю. Ты либо наращиваешь искусственные ресницы и ходишь постоянно на коррекцию, либо смысл наращивать, потому что, вот смотрите, я нарастила ресницы, через месяц решила снять их. Вот мне, когда будут снимать ресницы, у меня все равно, ну как, какая-то часть ресниц повредится. Я буду ходить, ну, месяца полтора вот с такими редкими ресницами, пока все не восстановятся обратно. Поэтому смысл было наращивать. Поэтому либо наращивать и ходить, ну, с ресницами, либо не повреждать их уже и ходить вот это через один. То же самое с ногтями. Либо вы уже их покрываете искусственным материалом, понимаете? Либо не покрывайте, потому что это желание на один раз покрыть ногти, а потом снять, и ты будешь 3 месяца ждать, пока у тебя восстановится вот эта поврежденная часть ногтей. Но это, грубо говоря, поврежденная. Можно очень аккуратно снять искусственный материал, но при этом, например, в любом случае, если у тебя от природы тонкая папиросная бумага, длину, которую ты носил под гель-лаком, ты не можешь себе уже позволить. Все равно нужно убрать под ноль свободный край. А что ногти, наоборот, защищены под гелем? А я это сказала. Я вчера сняла на 2 дня. Я как будто голая, я мою посуду и все чувствую. Конечно, чувствительность, потому что гипонихи же отрос у тебя. Моющие средства, все же в ногти попадает, а так? Я тоже так считаю. Короче, голый маникюр, тренд однозначно будет, но он, скорее всего, будет, знаете, как выглядеть. Это клиентам некоторым захочется просто делать камуфляж какой-то и, например, больше не делать никакого покрытия цветного дополнительно. Я вам предлагаю этот голый маникюр рассмотреть с точки зрения дизайна. Смотрите, как прикольно выглядит, да? Когда мы сделали коррекцию клиенту, не знаю, классикой, да, гелем, либо сделали гель-лаком. В этом случае, чтобы тренд поддержать, лучше выбрать какие-то натуральные оттенки камуфляжа, не ярко выраженные, а возможно даже какие-то средней плотности, чтобы читался даже свободный край, просвечивался. Вот. И на таком вот бежевом натуральном цвете камуфляжа очень здорово будут смотреться вот такие слайдеры. Сегодня я предлагаю вам голый маникюр сделать при помощи милые чашки, это номер 114. Я им как-то работала, уже делала эфир осенью, вот, но был достаточно яркий маникюр, акцентный. И вы сейчас как посмотрите альтернативу, как может быть по-другому. Дальше очень хочется поработать со 115-м, это цветочные портреты, тоже очень красивый вариант голого маникюра получается именно с этим слайдером. Прям это будет поддержание тренда на голый маникюр. И, конечно же, где мои тут любимые цветочные цепочки цветов, это номер 113, это, наверное, самый классный слайдер из всех, что у нас сейчас есть в линейке, которые идеально пойдут под тренд голый маникюр. Еще раз, сегодня мы вдохновляемся с вами показом Симона Роше, это показ 2024, прям рекомендую вам посмотреть. Во-первых, очень интересные модели, лекала, и самое интересное, что сделан был маникюр голый, да, но абсолютно все 10 пальцев с дизайном. Даже сделали маникюр мужчинам в таком же стиле для этого показа. Смотрите, как здорово, да? На ногах то же самое. Голые ногти, не покрытые цветом. И в центре просто наклейки. Я вам предлагаю этот тренд поддержать при помощи... Вот, кстати, показ. Обратите внимание, несмотря на то, что, например, кружевная юбка, тут металлик, да, здесь вообще пастельная тема одежды, просто белая, черная, вот такое необычное. Казалось бы, под все это классно ложится просто маникюр, сделанный каким-нибудь нейтральным камуфляжем. И при этом классно вписывается дизайн. Сейчас я вам покажу, как мы будем это делать. И здесь вот как раз чем хорош такой дизайн. Во-первых, он очень легкий, не перегружены ногти. Скорее всего, такой даже, в принципе, дизайн не надоест. И самое главное, это идеально под любой гардероб подойдет. Еще раз напомню, из нашей линейки вот эти вот слайдеры идеально для этого тренда. Прям вот записывайте 114, 115, 113. Вот все подойдут для этого голого маникюра. И вы берете какую-то нейтральную базу, бежевую, либо гель. Девочки, отдайте мне Soft Pink, Soft Nude в банках. Либо берете классический гель, у нас в банках есть Soft Pink, Soft Nude, идеально подойдут. Катя, ваши сережки огонь, подскажите, где купили, нас уже двое, кому они срочно нужны. Кошечки мои, вот хотите, можете вот так сфотографировать и через картинку найти. Я уверена, есть поиск через Яндекс картинки, и вам Валберис выдаст кучу этих сережек. Давайте я вот так вот сниму, сфотографировать, потому что я покупала у стилиста. Это мне на съемку приносили вот этот пиджак и вот эти сережки для журнала. И я прям у стилиста в Москве забрала, купила и сережки, и этот пиджак. Они мне так что-то прям понравились. Вот, можете сфотографировать, смотрите. Фотографируйте, кому уж очень приспичило сережечки, и в поиске через Яндекс очень легко найти магазин, где можно это купить. Это дешевая бижутерия, недорогая, я уверена, им красная цена рублей 350, 400. А? Вот сейчас мне даже девочки подсказывают, что есть на Валберсе. Прям. Ну, просто им будет легче через картинку найти на Валберсе. Вот, и либо берете вообще просто, например, Soft Pink, Вот, любой камуфляж. Вот прям вот классический еще. Soft Nude у нас есть камуфляж. Вот они для голого маникюра и идеально подойдут, девочки. Вот, берете либо этот камуфляж. Ну, это, наверное, самые популярные у нас камуфляжи за всю историю. Вот эти цвета, они у нас вот постоянно в наличии. Вот для голого маникюра делаете просто коррекцию этим гелем, а потом сразу же делаем дизайн. Итак, я предлагаю это делать на... Сейчас прям на прозрачной типсе я сделаю легкое моделирование. Почему я рекомендую не брать там сильно плотный камуфляж? Хочется, чтобы, знаете, специально даже ноготь виднелся. Что если говорить об этом тренде, прикольно, что даже и ноготь виднеется, и хорошо. Так, сейчас мы еще один вариант. Че, Марин, тебе не зашло такое, да? Вообще, я поняла. Прям... Ну, это я вчера экспериментировала в лаборатории, колеровала. Ну, просто он как-то, видимо, непривычный, а мне черный. Не, я просто думаю, может, цвета неудачные. А хотя ты... Потому что черный просто именно сюда нет. А тот, который светлый, еще более-менее. А вот черный... А, во, Юля, ты меня неправильно сказала. Ну, я поняла. Вам так говорит. Ну, тот тоже не особо. А, да? Просто нет, просто черный, ну, как будто бы реально там мусор какой-то. А этот, ну, как бы просто не то, что я люблю. Окей, ладно. Так, ну теперь, на что мы клеим? Либо на дисперсию базы, в данном случае, если была база. Вот. Либо у меня здесь вот сейчас уже дисперсии нет. Я, конечно же, дисперсию дополнительно создаю при помощи топ-слайдера. Все, сделали коррекцию клиенту, да, если нужно, попилили. И сразу же начинаем делать дизайн. Татьяна Владимировна пишет: Катя, новый бальзам просто супер. Девочки, я знаю, что он просто какой-то волшебный. Там у нас уже кто-то сказал, что даже от синяков он помогает. Прикиньте. Сказали, что даже синяки... И для губ, кстати. И для губ тоже, да? Для наших слайдов. Для наших губ. Так, ну здесь давайте начнем вот с этого варианта. Как он может быть закомпонован. Компоновка раз может быть на одном ногте. На втором ногте можно, во-первых, поперек сделать, хотя можно на все поперек сделать, либо на все вертикально. А можно вариант, когда мы две веточки пускаем. Можно все вместе сделать. Пишите, какой вам вариант больше нравится. Мне все варианты нравятся, но почему-то вот этот больше всего такой прям, знаете, минимализм. Когда просто веточка поперек. Берите сразу несколько упаковок вот этого слайдера, потому что сейчас впереди еще весна, лето, и вам это пригодится. Потому что голый маникюр, вы видели, если мы возьмем даже Симона Роше, как на показе были сделаны ногти, да, было сделано на всех 10 пальцах. Вот, было сделано на всех 10 пальцах. Поэтому если и делать, то делать на все 10. Видите? 1-2 нравится, да? Ну давайте тогда два варианта, ой, когда две веточки. И классно делать не в разнобой, а одинаково. Поэтому если вы выбрали вот такую компоновку, значит вы на всех 10 пальцах делаете по 2 веточки. Выбрали одну веточку, значит на всех 10 пальцах делаете одну вертикально. Если выбрали такой вариант компоновки, значит на все 10 пальцев делаете поперек. Показ берете в Google, заходите, можете вот сейчас скриншот сделать, смотрите, вот здесь у меня текст есть, смотрите, вот так пишется: Simone Rocha SS24 в Гугле либо в Ютубе и смотрите. Наискосок колхоз сразу, мне кажется, это такая компоновка наискосок не для всех слайдеров, и это, ну, как бы не самый популярный вид компоновки сейчас. А мне поперек очень нравится. Если длина позволяет, ногти, если вытянутая ложа, будет классно. В общем, не знаю, мне очень нравится поперек. Симона Роша. Ну, прикольный, кстати, показ. Ну, больше всего, конечно, восхищает маникюр, который был сделан моделям. Всем, и мальчикам, и девочкам одинаково сделали. Это французы, это в Париже проходил показ. Так. Ну, так как дисперсия сухая на базе цветной, сейчас вот так не подвинешь легко. Это очень быстрый дизайн. Убираете остатки. Чем хороши наши слайдеры? Они все на белой подложке идут. Поэтому даже если камуфляж вот такой вот средней плотности, не ярко выраженный, рисунок будет прекрасно читаться. Видите, как хорошо мелочь вся читается. Почему? Потому что присутствует белая подложка. Так как я хочу, чтобы ногти были матовые, а этот голый маникюр все-таки здорово смотрится в дизайне именно матовым топом, поэтому перед матовым топом такое количество элементов слайдера лучше перекрыть каким-то топом с липкостью. Ну, в нашем случае, если мы берем Эми, это вот топ-слайдер снова. Наносим топ-слайдер максимально тонким слоем. И сверху уже тогда прекрасно, аккуратно ложится матовый топ. Потому что матовый топ сразу на слайдер не рекомендую ложить. Он ляжет где-то какими-то пузырьками. Если какие-то где-то складочки были у слайдера, это все вот будет такое, все, знаете, вот, ну, неаккуратно, жутко будет. Все, и делаем матовый. Плюс я хочу предложить вам вариант с фольгой, делать дизайн на голый маникюр. И для этого идеально подойдет тоже в том числе матовый топ. Чтобы фольга классно отпечаталась и не прилипла к поверхности, матовый топ хорошо подходит для этого. Единственное, что его сушить нужно не меньше 3 минут. Ирина Ким. Тоже хорошее предложение. Я думаю, можно половинку веточки на кончик продольно и золотом каплю сделать вокруг, как ваши шармиконы дырочки. Да, да, все правильно. Так, дальше, если мы берем вот эти кружечки, они офигенные для голого маникюра, прям вот идеальные, не знаю, мне очень нравится, смотрите. Но в этом случае вы их не компонуете хаотично, в зоне свободного края, а делаете четко по центру. Смотрите, чтобы голый маникюр с кружечками был классный, кружечку компонуем четко по центру. Потому что мы тут, когда на модели делали, сделали в зоне свободного края, это смотрелось как непонятный французский маникюр по-дурацки. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот, поэтому не хаотично, не 2 кружки на ноготь, а вот прям рекомендую четко по центру, по одной штуке, разной, на все 10 пальцев. Смотрите, как здорово получается. В данном случае сделали абсолютно на голые ногти, без использования камуфляжа. Здесь сделали на прозрачную базу. И тоже очень хорошо смотрится. Опять же, этот вариант голого маникюра подходит только тем, у кого хороший белый свободный край. Если он прозрачный, желтоватый, лучше так не делать. Будет в повседневной жизни смотреться очень неаккуратно. В этом случае лучше пройтись каким-нибудь средней плотности камуфляжа, да, например, как 5, что свободный край будет читаться, он будет виднеться, но это будет очень элегантно выглядеть и аккуратно. Вот. А вариант, кстати, с веточками, смотрите. Тоже. Как милашно. Так, кружечку клеим четко по центру. Просто одну кружечку. Что-то у меня сегодня жвачка, что ли, плохая. Так, кружечки. Где мои кружечки? Блин. Только что был слайд. А, видела. Берем какую-нибудь кружечку с вами. А они тут, их куча разных. На самом деле, эти кружки очень здорово смотрятся в композиции с покрытием. Саша, а найди мне дизайн с кружками, который я показывала осенью. Там были такие бело такие зеленоватые ногти. С горошком. Да, с горошком, с полосочкой. Смешные были. Сейчас я вам покажу. Это если отлистать ленту до осени, там был эфир с этими ногтями. Эфир в вашем аккаунте? Да не эфир, типсы найди. С кружечками. Коробочки. Ну где у тебя наклеены все мои типсы? Это вот все ультрабонд. Ну, здесь можно не весь ноготь проходить топ-слайдером, да, но хотя бы вот эту зону, где кружечка была, выровнять. Не планируйте случайно матовый топ для черного, чтобы ногти не синели. А у нас под матовым топом ногти не синеют. Вы что, девчуля? У нас ногти могут синеть только под топом прайм. Вот он, да, дает синеву, когда человек на улицу выходит, если ногти были черные, покрытые праймом. Все, а все остальные топы, в том числе и матовые, дают абсолютно черный эффект на черных ногтях. Все, матовым. Да, вот. Хватит? Да, хватит. Вот, смотрите. Тоже как бы очень прикольно и весело с этими кружечками. Есть такой эфир, я проводила его. Но смотрите, как круто это может и минималистично. Единственное, что говорю, вот четко по центру клейте эти кружки. Это вот прям вкусняшка получается. Такие прям ми-ми-ми. Все тоже перекрыли матовым топом. Вот, и я еще хочу сделать композицию. Вот с этим слайдером. Он офигенно подходит тоже. Вот чтобы не было никакого цвета, гель-лака, ничего. Только камуфляж, голый ноготь. И вот эти вот девушки, смотрите, они здесь у нас есть. Афроамериканочка, беляночка, вот такой ЧБ. И к ним всевозможные дополнялки вот такие. Давайте возьмем вот такую девушку в рост. Нужны всякие дополнялки для этого голого маникюра. Опять же, все 10 пальцев их можно закомпоновать в этом случае вообще по-разному. Здесь прикольные есть веточки с нарциссами. Нарциссы отдельные, листики какие-то. Такая вот милота. Без фона, без ничего офигенно будет смотреться. Прям давно хотела поработать этим слайдером. Я им как-то работала, но делала на цветном гель-лаке. А вот на голом маникюре, мне кажется, будет тоже очень здорово. Вот смотрите. Ну, тоже здесь как основу обязательно топ-слайдер наносим. Топ-слайдер мы сушим примерно 30 секунд. Ну что, вы мне там слайдеры повыбирали? Определились, все. И у меня синеет матовый. Блин, да ничего не синеет, ну вы что? Не синеет. Завтра у Юли будет эфир по топам. О, завтра у Юли эфир по топам. О, кстати, завтра эфир будет по топам. Будет Юля Донченко вести обзор как раз по топам делать. Надо Юле сказать, чтобы она матовый топ на черный нанесла. Так, номера слайдеров. Сейчас показываю еще раз. Давайте вот так я сделаю. Прям фоткайте. Милые чашки 114, цветочные портреты 115, цепочки цветов номер 113. Так, надеюсь, все сфотографировали. На улице синеет, на черном фоне только прайм-топ. Матовый топ не синеет. Так, что дальше? У меня, кстати, сейчас матовый топ продолжает сохнуть. Обратите внимание, не меньше 3 минут. Если вы хотите, чтобы фольга не отпечаталась никуда, чтобы фольга осталась только на рисунке. О, боже, слушайте, как прикольно. Юля, короче, этот слайдер идеально для голого маникюра. Вот просто на камуфляж вот эти девушки, цветочные портреты. Офигенно. Надо сделать все-таки маникюр на ком-нибудь. Маникюр, который я делала, это не считается, да? Считается, тоже хорошо. Так, ультрабонд. Так, ультрабондом обработали. Выравниваем все обязательно топ-слайдером. Так, надо подсушить. Можно подсушить в лампе, кстати. Прям с ультрабондом, смотрите. Эти варианты, кстати, уже готовы. Можно на них фольгу делать. Так. Все, подсушили ультрабонд. Но я, правда, мало подсушила. Вот. И теперь спокойно наносим матовый топ. Вот тогда матовый топ, особенно, смотрите, видите, сколько элементов? Чтобы все было ровненько, красивенько. Единственная опилка не прошлась, нам нужно было попилить свободный край перед матовым топом. Я забыла. Так, все, и сушим. Для фольги берем мой любимый Multiple Design гель. Ставьте плюсики, кто купил. Итак, работаем с палитрой, с Multiple Design. Никаких открытых крышек, открытых банок. Приподняли крышечку. Лучше, кстати, фольгу даже не снимать. Оставляете фольгу, дырочку фольги делаете и работаете аккуратненько, чтобы все было вот всегда закрыто. И убираем в сторону баночку. Работаем с палитрой. На палитре, в принципе, гель лежит, ну, по-разному. Если, например, с белым чем-нибудь смешать, я помню, у меня часа 4-5 лежал, не сох этот клей, потому что действительно клей. Это даже нельзя называть гелем, потому что он работает как клей. Ну, самый простой вариант, да, это взять, например, и нарисовать просто ободочек. Это сейчас в Инстаграм, в Пинтересте. Вот у азиатских дизайнов очень популярная. Вот эта вот тема для голого маникюра, она тоже нам подойдет. Когда ноготь голый, только камуфляжик, такие невинные слайдеры красивые. И вот, например, по периметру вот такой вот ободочек будет даже очень классно смотреться. Несколько секунд в лампе. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все, я 15 секунд просушила, специально посчитала при вас. Господи. И пошли отпечатывать. Конечно, изначально Multiple Design мы делали для стемпинга. Это то, что вот я не могла долго решить проблему. Я сейчас очень много стемпингом работаю, но люблю фольгу. Вот. А, к сожалению, на черный тюльпан не все может отпечататься со стемпинга. Вот. То эту задачу решил сейчас Multiple гель. Идеальное отпечатывание. Можно, кстати, втирку делать. на этот гель. Вот как делают азиаты. Они в основном в тирку втирают. Вот. Я люблю фольгу отпечатывать. И каким образом закрепить здесь можно. Да что ж такое? Какая-то жвачка плохая. Ничего не клеится к ней. Берете, например, Prime Top. Этот гель появится на Валбересе, насколько я знаю. Вот, но вы должны понимать, на маркетплейсе мы не можем все подряд продавать. И многие вещи для дизайна, конечно же, не продаются на маркетплейсе. В основном там продается самое только популярное. Вот, но вроде говорили, будет. Все, видите, вот так можно пройти. Как раз и кончик будет глянцевый, а не матовый, будет лучше защищен. И заодно фольгу очень хорошо Prime Top вообще, в принципе, держит. Так, а здесь, смотрите, как прикольно. Беру какую-нибудь широкую кисточку, мне этот тоже вариант очень нравится. И, например, если ногти маленькие, можно пройтись только в виде такого французского маникюра по свободному краю. Делать вот такие мазочки, чтобы край получился не ровный, а с легкими такими асимметричными. Единственное, вот так на типс фольгу отпечатать по краю, это, конечно, мучение. Такое на клиенте намного легче сделать, чем на образце. Я вот сейчас делала, когда образцы, намучилась. Эти типсы слетают. Вот такое мне очень нравится делать. Тоже на несколько секунд в лампу. Вот такой вариант мне понравился. Смотрите, как получилось. Вот здесь фольгу можно вообще не добавлять. Она тут лишняя будет. Смотрите, как классно. Вот этот слайдер для голого маникюра. Вот все 10 пальцев самое главное сделать. Тогда это будет модно, трендово. Татьяна Владимировна пишет: этот гель прекрасно держит крупные стразы, реально клей. О, спасибо за информацию, потому что на стразы я его не проверяла. Вот, но мне уже говорили, что многие стали его для страз использовать. Вот, ну, я базу Макси люблю для страз. Так, ну сейчас мучения начнутся. Мне очень тяжело на типсе вот так отпечатывать. Конечно, мучения. Я когда это на модели делала, на модели это удобно делать. Ну, все равно прикольно получается. Так, ну еще фольга замузганная. Сейчас чисто кусок фольги найду. Понятно, что можно было бы взять поталь и по талии выложить, да? Вот, но по талии это 100 лет выкладывать долго, и она, скорее всего, обдерется вот так по свободному краю. Смотрите, как классно получается. И здесь точно так же, если мы хотим закрепить, возьмите просто кисточку из флакона и вот так вот пройдитесь по краю. Так, как здесь оно выглядит? Вот так выглядит. Давайте посмотрим. Тренд вам голый маникюр. Прикольно, да? Еще раз напомню, чем мы вдохновлялись сегодня. Во-первых, слайдеры. Фотографируйте, кто не успел сфотографировать номера слайдеров. Милые чашки, цветочные портреты, цепочки цветов. Второе. Сегодня работали мультипл дизайном. Это гель для фольги. И как основу для голого маникюра рекомендуется либо Soft Pink, Soft Nude камуфляжи. Если работаете гель-лаком, какая-нибудь гель-лаковая база, но вот такого оттенка, как номер 5. У нас их несколько есть бежевых. Есть 14, она с блестками, но такая очень темная, бежевая. Если покрыть матовым топом, она тоже для голого маникюра супер пойдет. И что еще? Что еще? А, давайте я вам покажу еще раз ногти. Ногти, правда, без фольги. Ну, тоже имеет место быть. Смотрите, как здорово. Самое главное сделать повторение одинаково на всех 10 пальчиках. Видите? И показ. Зайдите обязательно погуглите. Симона Роша, это ногти были на показе. У всех моделей на руках, на ногах. Единственное, я бы, конечно, всем камуфляжиком это все сделала. Ну, сам по себе показ тоже интересный для вдохновения. Нам интересно посмотреть то, что ногти. Ногти были под тренд голый маникюр, но с дизайном. Это то, о чем я сегодня говорила, что тренд, конечно, он этот красивый. Вот, но снимать искусственный материал с ногтей, ходить с голыми ногтями, дышать, и типа это красиво и модно, эта тема не всем подходит. Вот, эта тема не для всех. Поэтому в данном случае можно предлагать клиенту маленькую длину, какой-то камуфляж полупрозрачный, неярко выраженный, бежевого натурального оттенка. Вот, либо с дизайном, либо без дизайна. Вот сегодня я вам показала варианты дизайна. Спасибо вам огромное. Кто-то дал артикул. Спасибо за артикул, уже заказала. Супер. Так. Катя, а когда новую коллекцию покажете? Новую коллекцию буду показывать во второй половине февраля. Вот. Ее сейчас разливают, эту коллекцию. Там очень красивая коробочка будет. У меня даже зять пришел, Максим Сергеевич, который занимается чешским офисом, руководитель. Когда увидел эту коробку, сказал, говорит, это просто от тактильного прикосновения к этой коробке. Только ради этого стоит купить этот набор. Всем большое спасибо. Завтра приходите на эфир, обзор по топам обязательно. Завтра будет Юлия Донченко с вами. Всем пока-пока.